Здравствуйте, меня зовут Алин Хатур. Я изучаю русский язык в Дамасском государственном университете. Мне интересно узнать ответ на вопрос, почему тех, кто рано выставляет русский, называют жаворонком. Здравствуйте, уважаемые зрители. Еще в конце 19 века физиологи и психологи пришли к мысли о существовании хронотипов, то есть индивидуальных особенностей суточных ритмов функционирования организма. Было доказано, что у разных людей пик работоспособности приходится на разное время суток. Для наименования выделенных типов использовались различные термины – А-тип и Б-тип, утренние работники и вечерние работники. Пока в 1939 году немецкий ученый Генрих Ламперт не предложил для них очень удачные метафорические обозначения, основанные на названиях птиц. Эти обозначения сначала вошли в научный жаргон, затем превратились в термины, а затем проникли в разговорный вариант большинства европейских языков, в том числе и русского. Людей, которые склонны рано ложиться, рано вставать и чей пик работоспособности приходится на первую половину дня, стали называть жаворонками в честь небольших птичек из отряда воробьиных, которые рано просыпаются и рано засыпают. Тех же, кто вечером чувствует себя бодрее, чем утром, и предпочитает работать по вечерам и по ночам, называют совами, по аналогии с хищной птицей, ведущей ночной образ жизни. Русский язык – великий, могучий и тесно связанный с мировой наукой.